На очередном заседании Думы Новоуральского городского округа депутаты приняли решение о назначении выборов Думы уже 8-го по счету созыва. Они пройдут 11 сентября, в единый день голосования. Выборы в местную Думу состоятся по 20 одномандатным округам. Подготовка как к местным, так и региональным выборам будет проходить совместно. Вопрос очень серьезный. Он касается не только местных выборов, он касается выборов губернатора. Вчера практически дан старт на конференции партии «Единая Россия», областной конференции, где губернатор, в общем-то, уже как бы определился, и он идет на выборы. Сегодня должна состояться регистрация, наверное, состоялась уже регистрация. Дальше будут определенные процедуры, связанные с депутатской поддержкой со стороны депутатов муниципальных образований, подчеркиваю, муниципальных образований, которые депутаты прямые выборы выигрывали, ну и плюс там главы, там порядка 5 глав, которые тоже по прямым выборам стали главами. Вот. Работа достаточно такая организационная, она не видная, но с другой стороны она очень ответственная. Почему? Потому что нужно соблюсти все вот эти правила, которые в регламенте установлены. Будет ли голосование однодневным или многодневным, покажет время. Пока этот вопрос решается. Прием документов от будущих кандидатов начнется после официального опубликования 17 июня принятого решения и будет проходить до 22 июля. Некоторым кандидатам, выдвигающимся в порядке самовыдвижения или от непарламентских политических партий, необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Те партии, которые парламентские, они пользуются вот этой вот льготой, что они считаются уже поддержанными избирателями, и сбор подписей для них не требуется. То есть 5 партий на нашей территории могут не собирать подписи. Это «Единая Россия», «Коммунистическая партия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Новые люди». Вот эти 5 парламентских партий. Но кроме них могут быть и другие партии. Вдруг выдвинут свои списки по одномандатным избирательным округам. Тогда кандидаты от этих партий вынуждены будут озаботиться сбором подписей в поддержку своего выдвижения. То есть говорить о том, что подписи собирают только самовыдвиженцы, это неправильно. Это могут быть и партийные кандидаты. Дополнительную информацию и все необходимые документы можно найти на сайте Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии в разделе «Выборы». Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.